С 1 июля цены на жилищно-коммунальные услуги в Магадане повысились. Об этом говорили в правительстве Магаданской области. По словам первого заместителя председателя регионального правительства Юрия Бадяева, стоимость коммунальных услуг ежегодно повышается 1 июля. Этим летом отмечается значительный прирост. Для семьи из трех человек, проживающих в квартире площадью 54 квадратных метра, с 1 июля плата увеличится на 303 рубля. И составит 9575 рублей с ростом к декабрю 2019 года 3,3%. С 1 июля для жителей Магадана цены повысятся на следующие услуги. Вывоз твердых коммунальных отходов стал дороже на 74%. На отопление тариф повысился на 40%. За холодную воду горожане переплатят 19,4%. Горячая вода выросла на 12,8%. А водоотведение поднялось в цене на 11,9%. Также озвучили и хорошую новость. Электроснабжение для магаданцев стало дешевле на 30%. По сравнению с декабрем 2019 года.